рассказывали вам о свалке, которую устроили коммунальщики на улице Героя Попова. Ссылаясь на невозможность подъезда к контейнерной площадке, они в течение 2 недель не вывозили с нее мусор. За это время мусора накопилась целая гора. Видите, что творится, а? Больше месяца не убирают. Вот уже прям до подъезда скоро уже дойдет. Откуда? Вот контейнер заполнен, а люди несут, несут. Больше месяца не убирают мусор, представляешь? 5 домов, это 500 квартир. Каждый день по хозяйке по пакету и то выбрасывает. И куда его девать? С 6 до 12 график. Каждый день. Вот, пожалуйста. Каждый день вывозят. Крысы чего угодно за это могут, а потом по квартирам разбегутся. И реакция на наш сюжет последовала незамедлительно. Уже вчера вечером прокурор Ленинского района, увидев его по телевизору, провел выездное совещание. Привез на место представителей власти, домоуправляющей компании и даже управления ГИБДД. И вот его итог. Конечно, довольны. Какое безобразие это было. Спасибо вам большое. Честно, как стало. Конечно, лучше. Это ведь вот чего, безобразие какое было? Уборка территории была произведена силами подрядной организации. Они приставили мусоровозы. Кроме того, поскольку здесь ситуация была запредельная, была привлечена дополнительная техника в виде автопогрузчиков муниципального предприятия, где все эти работы были выполнены поэтому в такой короткий срок. Потому что ручная выгрузка, как предусмотрено по договору, заняла бы здесь, наверное, несколько дней, а может быть и недель для того, чтобы ситуацию сделать. То, что случилось здесь, конечно, это... из ряда вон выходящая ситуация. Вот здесь есть недоработка административно-технической комиссии, которая своевременно не сигнализировала о данных фактах. Есть вопросы взаимоотношений домоуправляющей компании с жителями, потому что были проблемы с трудностями подъезда техники для вывоза мусора. Сегодня данная свалка, к счастью, ликвидирована путем таких серьезных усилий. Администрация Ленинского района приложит все усилия, чтобы такое не повторялось впредь. Кстати, за организацию свалки домоуправляющей компании Ленинского района заплатит штраф в размере 20 000 рублей. Должностные лица отделаются взысканием.